великолепное оборудование. Особенно вот замечательный чемоданчик, который для детей начальной школы, в первую очередь, я сейчас разрабатываю программу кружка химического, дети у меня попросили. Чемоданчики – современный набор юного химика, датчики, реактивы, лабораторная посуда. А это мастерские. Все станки для уроков труда в хорошем состоянии. На безопасность и работоспособность комиссия по приемке обращает внимание в первую очередь. 87-й год. Все оборудование с момента основания школы. Еще один пункт проверки – проведенные ремонтные работы. Учебные классы и лаборатории, спортзал и столовая. Специалисты осматривают все помещения. В этом году 14-я школа обошлась только косметикой. Глобальных ремонтов не потребовалось. Покраска стен, потолков ремонт. Частично заменили лампы в кабинетах. Сантехническое оборудование заменили частично тоже. И установили две видеокамеры дополнительные. Помог привести в порядок учебные заведения и бизнес, стеклопакеты и новый линолеум за счет шефов. Теперь здесь готовы принять 1500 детей. Именно столько придет сюда 1 сентября. Данная школа принята без замечаний. Хотелось бы выразить особое мнение комиссии по поводу качественной подготовки к новому учебному году, сохранности мебели, оборудования и привлечения внебюджетных средств. Приемки городских школ начались в конце прошлой недели. В составе комиссии представители власти, ГИБДД, Госпошнадзора, санитарные врачи. На сегодняшний день 20 школ уже принято, 4 школы принято с замечаниями. И сегодня, вот в данный момент, производится приемка 7 школ. Степень готовности вот этих школ, она достаточно высокая. Если есть замечания, то они небольшие, незначительные. Это лишь первая волна проверок. Оставшиеся учебные заведения комиссия обойдет в августе. В ряде школ в этом году проходят гораздо более масштабные, чем обычно, ремонты. Кровли, подвалы, инженерные системы. Каждая школа предварительно проводит осмотр своего здания. То есть готовность к приемке она определяет самостоятельно. Из городского бюджета на подготовку к новому учебному году выделено более 50 миллионов рублей. Сумма в 2 раза больше, чем в прошлом году. Вслед за школами комиссия начнет обследовать детские сады. Мария Суворова, новости Вологды.